Здание на улице Сергея Есенина будет отремонтировано к лету 2018 года. В нем расположится детский сад на 290 мест. Ход работ по капремонту сегодня проконтролировала исполняющая обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Наталья Казачкова. Городская администрация рассматривает любые варианты создания детских садов, в том числе и формирование новых мест за счет ремонта зданий, вывезенных из оборота. Для строительства нового детского сада необходимо около 300 миллионов рублей, в то время как на капитальный ремонт существующего здания требуется около 30 миллионов рублей. В данном случае детский дом находился вот в этом помещении, это действительно бывший детский сад. Он построен по всем стандартам и нормам, поэтому наше предложение было обратиться к областному правительству, нас поддержали.